отстояли честь Сургута и вошли в кадровый окружной резерв. В Ханты-Мансийске состоялся региональный этап проекта «Молодежная лига управленцев Югры». Всего за несколько месяцев с начала старта муниципальных отборов его участниками стали больше 350 молодых жителей автономии. В столицу Югры приехали 37 человек, чтобы побороться за звание победителя в трех направлениях – государственное и муниципальное управление, бюджетная и общественная сферы. Длился региональный этап Лиги управленцев 4 дня. Участникам предстояло пройти 13 конкурсных испытаний, например, решить кейсы по проблемным ситуациям. Сургут представляли Никита Никишин и Фрулан Тохин. Самым сложным из 13, которые были в Ханты-Мансийске, для меня, наверное, является все-таки день дублера, потому что так глубоко проникнуть в деятельность организации, буквально там всего за 6 часов, ну, было... Голова начинала думать все с большей силой. Дублировал руководителя фонда поддержки гражданских и социальных инициатив. В итоге Никита Никишин занял второе место по направлению «Общественная сфера». На второй строчке расположился и Фрулан Тохин, но уже в государственном и муниципальном управлении. Ребята получили дипломы, рекомендации от окружных ведомств, а также шанс побороться за грант губернатора, который они могли бы направить на реализацию своих идей. К слову, проекты, которые Никита и Фрол представляли на муниципальном этапе, уже имеют все шансы воплотиться в жизнь. Никита, который работает в школе учителем технологии, получил предложение организовать центр творчества на базе молодежного центра технического моделирования «Амулет». Фрол, который придумал сортировать и утилизировать твердые бытовые отходы, претендует на реализацию идей в соседнем муниципалитете. Сейчас по линии своей непосредственной деятельности, работы в администрации Сургутского района, мы активно продвигаем создание такого комплекса на территории Сургутского района. И сейчас мы с этой инициативой также будем выходить на окружные департаменты.